Доброго времени всем суток. Сегодня такой крест. Расскажу самые главные вещи. Из чего складывается цена, качество, отделка, да. Вот, но самое главное, он сейчас пока без патинирования, а потом он будет с патинированием. Посмотрим, потому что кому так нравится, кому по-другому. Типа под старину. Дальше. Самое главное, материал изготовления здесь 60 на 30 и 24 элемента, как вы видите, штампованных, комных, да. Это тоже сказывается на цену. Но самое тут главное, качество изготовления, это тоже сильно влияет на цену. То есть, рассказываю. Вот швы, смотрите. Здесь варится практически круг. Здесь только могу, если оставить щелочку. Вот сюда тоже смотрим. Видите? Здесь видите? Я думаю, понятно. И так все в круг, да? Затем стоят металлические заглушки. Сами понимаете, надо, чтобы вода туда не проникла. И сюда не проникла, это большая ответственность. Очень большая. Попадет вода, где-то небольшая щелочка, разорвет весь ваш дорогой крест. Поэтому, если не будет вот тут провара, вот покажу сейчас вам еще сзади для наглядности, чтобы вы поверили. Вот видите, все провалим. Потому что кресты в основном, кто внимание не обращает, вот тут вообще даже капельки нет, даже сопельки нет, не бывает. Просто вообще все голое. Это сильно влияет на цену. Пожалуйста, цена креста будет, я думаю, раз в два минимум дешевле, чем у этого креста. И вообще, вот, смотрим дальше. Заглушка как минимум всегда должна быть, хотя здесь, потому что кресты бывают без заглушки, вы поняли. Здесь не бывает, и здесь все, вода протекает сквозняком. Здесь затекает, здесь она вытекает, и то же самое. Пожалуйста, могу сделать такой крест, он будет значительно дешевле. Но мне заказали такой, цена совсем другая, цену смотрим. Вот посмотрите, да, здесь посмотрите. Вот, цена здесь совсем другая. По завиткам, как я их приваривал. Здесь тоже швы старался сделать подлиннее, побольше, чтобы никакие вандалы, по крайней мере, с первой попытки у вас одной рукой не сломали. Видите, вот здесь шовчик, здесь шовчик, вот здесь шовчик. То есть все старался сварить, вот видите, здесь тоже смотрим, да, чтобы ничего не оторвалось, то есть даже в нескольких местах. Потом прокрас, чтобы вот это все прокрашивалось, довольно-таки тяжело, но мы старались. Сам крест, как обычно, я его зачищал еще до покраски, ой, до сварки. Потом я его еще уже шлифовал непосредственно перед покраской. Конечно, здесь надо все обезжиривать, завитки. И чтобы это прокрасить, представляете, надо все ходить в круг. И вот сюда это довольно-таки тяжело, все надо залить. Это тоже большая ответственность. И получается, видите, даже видно, какая текстура. Потому что очень толстый здесь слой краски лежит. В некоторых местах, ну, минимум 2-3 слоя. И надо это все, чтобы высохло и не потекло. Тоже большая ответственность. Здесь, видите, тоже. Все надо проварить. Здесь, каждый элемент. Здесь 10 таких элементов. И элементов ковки 14. Всего 24. Естественно, каждый элемент стоит денег. Если их убрать, поняли, будет дешевле. Добавить будет дороже. Считаю тоже каждый элемент. Крест здесь исполнен практически, ну, в максимальной, скажем так, в максимальном качестве. Очищался, хорошо варился, красился, обезжиривался и так далее. То есть эта модель не для широкого, скажем, потребления. Это уже шла она по индивидуальному заказу. Стенка здесь двойка, как вы понимаете. Ну, такого пятака вполне достаточно. Труба сама довольно-таки толстостенная. Высота сильно на цену не играет. Она там 2-2,50 берется. Скажу про цену сразу, если кого-то там удивит цена, допустим, и конкретного этого изделия, то вы посмотрите видео и поймете, почему он может стоить в 3 раза дороже и, соответственно, в 3 раза дешевле. Потому что делалось на совесть, качество. То есть хотите, сделаем в 3 раза дешевле, чем этот крест, пожалуйста. Будет стандартная модель, как торгуют практически по всему городу. Сейчас вот специально на кресте, который не покрашен, скажем так, чтобы подтвердить мои слова, не голословным быть, да, где что зачищено, где какие стоят швы, это для ценообразования и для качества и клиентам, и те, кто делает, посмотреть все на наглядном примере, чтобы всем стало ясно, как у меня, допустим,
ценообразуется крест. Потому что можно такой сделать, условно говоря, за 1500, а можно и за 4. Просто сколько ставить швов, как зачищать, какой краской, как проваривать. Вот так у вас все вырастает в 2, а то и в 3 раза. То есть сам металл, каркас, естественно, качественный, 60 на 30. Швы, вот посмотрите, здесь тут все практически в круг. Остается там только небольшой зазор, вдруг, если вода пойдет, чтобы она, скажем так, выходила. Дальше. Сколько элементов здесь? То есть 4 кованых здесь, плюс 10 еще здесь. Их 14. И еще вот таких 24 элемента. Показываю. И каждый элемент, смотрите, надо разметить, чтобы здесь был по центру, да, проварить. Покажу, показываю сразу. Посмотрите, какие стоят швы, чтобы они не выломились, не какая-то там сопелька, которую вот так взял рычагом и выломал. Посмотрите, здесь шов, здесь, и причем надежный. Могу, так сказать, дать с гарантией, что его сломать, конечно, можно. Все здесь тоже, да, но с большим трудом. Посмотрите, здесь. Сколько показано швов. Про сам крест вы видите, что он уже весь зачищен, тоже как он проварен. Здесь, блин, металлические заглушки. Дальше, ну здесь, смотрите, любые швы здесь. И все швы, не только сколько вы наварили, еще сколько, блядь, приходится зачищать. То есть все это летит сначала таким толстым 6-миллиметровым диском, потом еще, скажем так, типа наждачной бумаги. Посмотрите здесь. Вот тут работы, скажем, достаточно. Дальше. Швы я показал сзади в основном, передние я еще здесь варится. Да, причем надо, чтобы симметрично было расстояние здесь и здесь одинаковое. Все должно быть симметрично. Это не просто тяп-ляп, за час он готов. Этот крест варится минимум полдня. То есть работы, скажем, 4-5 раз больше, я точно не засекал. Но то, что в 3 раза больше работы, это точно. По вот этой штукенции, посмотрите, тоже видите здесь. И все зачищено, показываю наглядно. Почему идет зачистка вот сварочных швов? Потому что это в первую очередь, где недочищено, будет краска слезать. То есть здесь еще надо подумать, я просто как бы за это деньги не брал. Здесь вода может затекать, и тоже продумать, что вот сюда водичка будет затекать. Может затечь. И отсюда будет ржавчина у вас, потому что туда краска не подойдет. Поэтому варить надо вообще здесь. Ну, тут вы не сварите. Видите, я старался где варить тоже. Раз, два, три. Три места. Здесь там раз, два, три. Все счищается просто более, чтобы... Я еще буду шлифовальным. Вот. Чтобы вода старалась не заходить, но... И еще счищается, чтобы краска потом с этих мест не слезла. Видите, тоже как здесь много взял. Здесь. То есть работы везде. Если взять каждый элементик, их здесь 24 штуки, работа увеличиваете себе очень достаточно. Причем, посмотрите, как блестят элементы. Видите, они обезжиривались. Я их специально мочил в растворителе. Потому что они бывают в масле. Бывают те же самые завитки. Вот он палец. И просто провожу, посмотрите. Черный, видно, я думаю. Ну вот этот. Проводим, посмотрите. Он весь в масле. Вот у меня стоит ОСПирит. Я и компрессор включаю, и выбиваю под давлением оттуда масло. Потому что вот тут вот места, вы их рукой или чем-то не вымоете. Вы приходится выбивать только под давлением. Особенно здесь тяжело очень протирать. И это большое, огромное время занимает. Все это сказывается на цене. Поэтому более подробные цены, я сейчас не могу точно голословно сказать, все это надо посчитать калькуляцию, все это написано у меня будет на сайте. Поэтому, если какой-то клиент хочет как-то подешевле что-то, пожалуйста, я напишу, допустим, каждый элемент стоит 100 рублей в таком исполнении, вот тут, сами понимаете, 24. Убираем, и будет базовая цена креста. Или так не варим, или так не зачищаем, или так мы не обезжириваем, и красочка подешевле, и будет, условно говоря, так прилепили, неровно, не симметрично. И, пожалуйста, цена будет совсем другая. Но это вообще-то лучше не ко мне. Или сами, или есть таких полно фирм в городе. Можете там... Это я вам сейчас рассказал по сварочным работам. Из чего складывается цена.
Также я делаю недорогие кресты и по 500, и по 600 рублей, которым, как говорится, претензии не принимаются. Я делаю дешевые, это я специально рассказал для интереса крест, кто, скажем так, хочет что-то приобрести качественное на долгие годы. Ну, конечно, не навечно, но довольно-таки на протяженный период. Ну, а по покраске хорошая краска. Еще раз после обезжиривается и хорошей краской в толстый слой красится. Потому что чем тоньше слой, тем краска быстрее у вас пойдет ржавчина. Дальше. Можно порошковой покраской. Пожалуйста, мне порошковый еще лучше. Я отвожу на фирму, получается очень довольно-таки приличное качество. Думаю, всем понятно, из чего теперь складывается. Если кому-то непонятно, задавать дополнительные вопросы, ответим. Объясним еще раз, что знаем, ответим. Ну а так я не делаю Mercedes по цене Жигулей. Я думаю, это всем понятно. То есть крест, который стоит 4000, его невозможно сделать за 2. И меня не стоит уговаривать. Это я вам сразу говорю. А то бывает, приезжают клиенты, начинают со мной полчаса меня убеждать, что а сделай за 2000 такой крест. Такого не тратьте ни мое, ни свое время. Вот я еще шлифанул. Видите, как стало гладко и блестеть. То есть он был уже зачищен до сварочных работ. Потому что есть места, под которые вы не подлезете. Я уже до этого зачищал его. Он у меня постоял. Вот. Теперь здесь, видите, тоже все как прогладил диском, который как наждачная бумага. И здесь еще прошелся. Здесь, видите, стал он блестеть. Здесь тоже. То есть занимает он минимум полдня, с покраской еще больше. То есть вы можете его варить только где-то, ну, часа 4. Вот так вот готовить, все размечать. Если кто-то делает быстрее, пожалуйста, можете мне написать, будет интересно еще только прям показать, что у вас получилось за 1 час. Сможете вы сделать? А то есть там, вы знаете, ко мне недавно приехал клиент. Да там тыр-пыр, шир-мыр, да я сам варю за час. Я говорю, ты знаешь что, давай вот становись и вари. Сейчас мы засечем час, я тебе 1000 рублей дам еще дополнительно, если ты сделаешь такой крест за 1 час. Да я там сейчас, мне надо ехать. Вот был такой случай, понимаете. И все, проболтал, языком протрепал, да. Я 1000 рублей, говорю, свою дам, блин, кровно заработаю. Давай, сделай за час такой крест. Вот так же. И сбежал отсюда, бегом убежал. Ля-ля-то, поля. Так что вот такой вот интересный у нас будет аттракцион. Если кто может, пожалуйста, снимайте, показывайте, приезжайте ко мне. Я вам ставлю деньги, что вы на него потратите часа 4.